Павел, давай начнем с типичного вопроса. Твои ощущения после матча? Честно, осталась такая двоякая ситуация, двоякое ощущение. Все-таки сначала игра не заладилась. Вот. Проигрывали 5 мячей, потом все-таки сократили. Повели 3. То есть все было в наших силах выиграть игру. Потом тоже где-то ошибки, где-то удаления. То есть в этом плане все свело к ничью. Потом еще 2 удаления в конце. И, можно сказать, даже нам повезло в этой игре. То есть не знаю, где правда, где ложь в этом плане. То есть так все сложилось. Мы сыграли ничью. А как ты считаешь, итог матча закономерен или у тебя есть свое мнение по этому поводу? Ну, по этой ситуации нельзя сказать. То есть закономерен, то есть разошлись ничью. То есть... В этом плане и у них удачно складывалась игра, и у нас. Ну, судя по тому, что мы отыграли с такое количество мячей, повели 3, то есть я думаю, что все-таки мы должны были выиграть эту игру. Впереди у вас игра с французами и испанцами. В чем вы можете добавить как команда? Ну, добавлять надо во всем. То есть это первая игра в чемпионате. То есть сейчас вся команда раскачивается. То есть у всех только-только все начинается, получаться где-то. Добавлять надо во всем, и в нападении, и в защите, и вообще в эмоциях, то есть всей команды духом, и вообще во всем надо добавлять, конечно. То есть это только начало чемпионата, пока ничего, здесь ничего не ясно. Паша, ты сегодня стал лучшим игроком матча, как твои ощущения? Ну, ощущения, конечно, позитивные. Во-первых, сборная России – это первое, можно сказать, такое маленькое достижение, то есть, что получил лучшего игрока матча. А ощущения как бы по поводу игры, то есть где-то хорошо, где-то лучше, но в общем позитив, конечно. Начало чемпионата получилось более скомканно, но у нас еще впереди 2 важные встречи, поэтому болейте за сборную России.